Так, доброе утречко. У Кати у нас утро начинается даже не с завтрака, а с уроков. Ну, это не уроки, это так она уже от себя тяну. Берет, обводит буковки. Дни недели обводит. Так, Катюндра, тебе нравится? Да. Нравится. Говорит, я пойду делать уроки. Посмотрите, как утро у наших животных начинается. Вот у него даже хвост в воде, он там что, рыбачит им. Ты посмотри, видишь, да? Вообще, он прям вот там у него в воде. Вот так. Я просто поздно камеру взяла. Подавилась, ага. Нет, куда попало это? Попало куда-то, да. Что такое, малыш? Жорик, да как тебя гонять-то, а? Бесполезно, жрет все подряд. Угу. Хвост хотя бы вытащи из воды. Ты не чувствуешь, что у тебя хвост вообще в воде? Прям полностью. Угу. Малыш, что? Все хорошо? Нет, вот что-то... Ну вот я там где-то за щекой где-то там мешаю. Дай посмотрю, пожалуйста. Ну дай посмотрю. Дай посмотрю. Папа посмотрит, только папа посмотрит. Это сбоку. Давай я посмотрю. Там? А? Уйди, сама разберусь, да. Дай посмотрю, только папа посмотрит, что там у нас, уродики, дай. Папа посмотрит. Не хочет, Вов, видишь? Давай, папа посмотрит только. Он там у тебя зацепился, что? Не могу никак понять, где у тебя там что-то. Видишь, все там? Угу. Куда, как это там? Слушай, вот он хрустит, а, такой крупный корм. Давай, прогоняй кота. Все, вышел. Угу. Ну вот. Нет, она не прогоняет, она стоит с ним вместе. Ну, он наелся просто уж. Проглот. Зачем мы им покупаем? А у меня отдель... в голове мерзнете. Зачем мы им отдельно еду покупаем? А вот я не понимаю. Мне кажется, вообще общий котел самый дешевый у нас. Зачем подбираем отдельно? Это для щенков. То есть для котят черных, для котят белых, для котят утренних, для котят, которые веселятся, для которых какают плохо, еще что-нибудь такое. Ну, у нас реально еще баночки есть всевозможные, да, вкусняшки. Да. Ребята, смотрите, ребенок сам достал, вот мы покупали такую книжку ей. И она села и ровненько, никто ее не просил, никто с ней не сидит. Она просто села сама. Посмотрите, как обводит ровненько. Ты моя умничка, ты такая умная девочка и такая ученица. Ты точно будешь отличница. У нас Катя будущий гениальный доктор. Она хочет быть доктором потом, лечить всех людей. Ну ты понятно. Посмотрите, как она ровненько все обвела. Это первый раз. Ребенок сам сел, никто не заставляет, нет такого задания. Все. Просто сел и... Молодец, умничка моя дочь. Умничка, ты гений мой, молодец. Так, друзья, мы тут завтракаем, да, бутербродами. Маша. У нас Мила трется, вот так, просто вот задолбала. Вот посмотрите, да. Ну, как всегда, ну, вот вообще деле, она не было. Отходит, она это просто капец. Сейчас вот глаза смотрят. Из подписчиков мне кто-то прислал этот... ролик мы с Ленкой тут просто уржались. Увидели нашу собаку просто там. Ну, не знаю, сейчас я найду, стой. Извините. Это учитывая то, что только что ее покормили. Да, она только что поела. Успела подавиться чем-то. Опять поела. А мы же показали вроде. Да, все показали, все ей мало. Мелани. Не дает поесть. Вот смотрит вот такими вот глазами. Типа, что же вы за изверги-то такие, а? Жрете. Кать, ну посмотри, Мила. Как там 1, 2, 3. Пипец. Чувство вины, волей-неволей вселяется просто. Да, не говори. Друзья, кто переживал, не переживайте. Я дала ей маленький кусочек сыра. Да вот это сыра. Ужасно. Вот сейчас точно 50% разделят, смотрите, зачем собаку баловать, и 50% скажут, ой, как хорошо, что... Да, то есть некоторые... сердце кровью обливается. Да, 50% будут кричать, да что же вы делаете, изверги, дайте ей поесть собаке. Да. Вот, хотя только что миска у нее. Угу. Да, не голодная собака была. Ну все. Ты благодарна, я поняла. Нашел я. Так, ребят, нашли. Ты когда-нибудь видел? I don't think so. Do you want me to describe it to you? Каково это?
Печаль печальная. Не могу. Мы теперь каждый раз, когда за стол садимся. Да, да. Видим, это каждый день. Да. Ты когда-нибудь ел в доме, кто не шел обращаться, ты когда-нибудь ел в доме, где есть собака? Особенно вот такая собака. Да. Нам особенно, что похоже. Горы, стирки, как всегда. Там еще гора. В общем, сижу, разбираю. Мне тут помощник. Помощничек. Бесится. Завтрак. Третий уже по счету. Вас тут не хватало, тетя лошадь. Вот почему вот мама начинает заниматься делами. Все, все здесь. Ладно, хоть дети сидят, заняты. А? Отлично. Мило. Не, ну не про работу, вот прям, вот после такого. Давайте проваливайте отсюда, а, все. Постирала мама. Хеллоу. Ты как сюда забрался-то? Ну-ка, пошли. Ну, туда ешь. Кать, держи. Тащи его туда. Сейчас постираю случайно. Таких историй много. Так, мы с Лизухой выезжаем на прививочку. А? Нет, справка тут есть. Ты взялась? Мы едем делать Лизухе вторую прививку. Она вчера поехала, не смогла сделать, потому что время уже было много, и она просто не успела. Делаем в обычном, в нашем местном супермаркете, Publix. Marble. Ногти? Мрамор. А, мраморные ногти? Знаешь, типа белые, там черные. А, с разводами? Да. Вот это хочу сделать. Ну, сделай, конечно. А когда у тебя? Лиза хочет записаться на маникюр, сейчас записывается. Я хочу успеть, если они не закрыты после прививки. Только покажи свои когти. Ну, они уже отросли, мама, они уже отросли. Ты хочешь опять такие же длинные делать? Конечно. Я уже все умею с ними делать. Это так неудобно. Это третий Но раз я в ее возрасте делаю. С такими же ходила. Я третий месяц подряд делаю себе такие ногти. И я уже все, я могу в машине все делать с ними, я могу голову помыть, лицо, я все даже на работе делаю. Главное, хозяйством домашним не заниматься, а так все можно, да. Но я тоже с такими же ходила в ее возрасте. Я и готовлюсь спокойно. Ты просто учишься, у тебя выбора нет, ты просто учишься сразу. Ну, да. Это уже у тебя накладные? Да, конечно. Лиз, поехали, пожалуйста, быстрее, я тороплюсь, там с папой еще ехать. Тут свой музон. Я не знаю об этом. Так, ну-ка, подожди. Донда вышел. Называется Донда. Номер один альбом. Кого ты, как он? Кенни Уэст. Кенни Уэст какой-то, да. Но альбом Number One в мире, да? В мире где он? Он взорвал вообще полностью iTunes. Чеп, тот альбом не знаю, ты мне про новое говоришь. Ну, сейчас послушаю тебя. И что ты говоришь, посвятил кому? Маме своей, которая умерла. Посвятил маме свой альбом, какой-то альбом, который разорвал тут вообще все. Так, мы с Лизком в обычный наш Publix. Я же упала ей на хвост, что думаете, зачем-то контент вам снять, да, Лизочек? Чему Лизок страшно не рад, он не хочет под вспышками фотокамер ходить. Так, в общем, нужно взять с собой предыдущую, да, прививку. Потому что папа с Лёвой, когда ходили, они не взяли, но они по базе их пробивали, что он действительно был, и нашли. Но так, конечно, со своей бумажкой будет гораздо быстрее. О, смотрите, уже к Хэллоуину. Тыковки, тыковки. Так, ну и вот и сразу при входе у нас аптека. Да, достаю. Хай. Так, мы... вот сюда сейчас Лиза подойдет. Лиз, вот сюда надо сначала, Лиз. Почему? Надо сюда сначала? Это дроп-офф. Это для лекарств. Мы просто сюда приходим. А, можно сюда. А мы туда с папой подходили? Я тоже туда подходила. Мы сюда. Ну, давай. Тут был дяденька, который... Так, ну, давай за бабушкой вставай в очередь. И вот здесь аптека. Рядышком здесь же. Вот это то, что можно брать в общем доступе. И там внутри уже то, что по рецептам. Готово? А что там готово? Боишься? Нет? Не боишься? Маша сказала, больно было, ужас вторая. Ну, это ей было больно, не первое, не так. Но мне не было больно, ни первую, ни вторую. Вторую я почувствовала, первую я вообще не почувствовала нисколько, вот вообще, как будто ее не было. А вторую прям почувствовала. Смотрите, бесплатная прививка от гриппа можно сделать.
Так, мы сидим, ждем на черный стульчик. Нам сказали сесть сейчас, когда освободится. Я не знаю, кто там уже освободится. И мы пойдем на синий стульчик. Так, видите, друзья, контент вам пилю. Чтобы было что посмотреть, кроме домашних влогов, блинчиков, сырников. Да чундру засниму. Кто-то показывает. Знаешь, как я пойму, что хорошая фотография будет? Это когда Маша просто ложится на пол. Да, да, вот да. С... Маша тот еще фотограф. Грязный. Маша в одежде ляжет, да. И будет со всех углов. И еще мне говорит, что Лиза, руку вот так, Лиза, волосы да, туда. Да, да, и потом, да, Лиза, вот так вот стой, мне нравится. Или говорит, нет, Лиза, так толстая, перевернись, это не то. А когда я все равно просто такая... Да, mm-hmm. Все классно, надо забирать. Короче, о чем речь? Лиза с Машей сегодня едут в торговый центр фоткаться. Ну, Лиза, в смысле, едет фоткаться, фоткать будет Маша. Лиза у нас сегодня модель. Едут в торговый центр на какую-то парковку. В общем, там целый сценарий у Лизухи. У нее полностью все продумано. Да, все продумано, как всегда, да. И, в общем, она Маша. Маша просто так фоткать тоже не поедет, время свое тратить. В общем, Маше пришлось пообещать. Она ходит и смотрит Дисней, что она тратит. Ну, ты тоже собиралась Дисней смотреть еще вчера. Я, кстати, вчера не посмотрела, я вырубилась сразу. Ну, лучше поспи, правильно. И, в общем, она пообещала Маше, что она будет возить ее в школу, а встречать неделю, тоже неделю да. Сказала. Прям в школу, чтобы Машка без автобуса ездила. И только ездила. Утром, потому что в обед фиг. В обед? Ну, ты в обед не можешь, ты на работе. Да, ну по каким дням, когда и я и что ты там еще ей пообещал? Пока что только это. Подожди, и что ты еще ты сказала? В тот раз, когда мы фотографировались, я ей обещала обед в Чилис. А, обед в Чилис, да. В общем, и Машка то, на халяву в Чилис поела. У меня было ноль денег. Там просто... Мне кажется, я в минус уходила. Вот, друзья, все, что нужно знать о наших внутрисемейных отношениях между сестрами. Это бизнес, друзья. Бизнес, это да. Бизнес. Даже внутри семьи вот так. У меня реально, у меня что-то на счету. Никто там, у нас жопу свою не поднимет. У меня долларов 20 было на счету. И Маша такая, ну я, значит, и десерт, и пасту. Я такая, ну ты вообще. Да. Потому что Маша там, у меня тупо аж телефон заполнился в памяти. Вот там Маша очень классно фотки мне прям сделала. Мне до сих пор там все пишут. И я такая думаю, ладно, хер. И то я взяла пасту. Я просто взяла одну большую, говорю, разделим ее просто. И взяла один большой десерт. Говорю, мой, ты сэкономила, ты ничего не ела, да? Нет, ну я ела за одну тарелку просто. Я сказала, что мы дом уж делим, и сейчас поделим, ничего страшного. Да, вот, друзья, вот так вот в нашей семье. Сейчас я не хочу деньги свои тратить, потому что мне все равно сейчас надо оплачивать. Что оплачивать? Ногти. А, ногти. Ну, сейчас скажешь, прививку оплачивать. У меня прививочка ногти. Бесплатно. Я каждый месяц делала ногти, и там это что-то 60 сколько баксов. Сколько твои ногти? 60 баксов. Баксов, да. А ты маникюр сам делаешь? Что? Маникюр сам делаешь или только наклеивают тебе вот все это? Все делаю. Ну, щипчики, пилочка. Это называется full set. Если, к примеру, вот с меня смоют цвет, uh-huh. но оставят фейковые накладные, то это будет долларов 30. Uh-huh. Но когда делаешь full set, это значит, они ломают вот эти, да. делают тебе длиннее новые. Или новую форму. Просто я чувствую, что какие-то из них шатаются. И я не буду рисковать. Ты хочешь вообще все убрать и новые да, наклеить. Потому что какие-то из них шатаются. И какой смысл делать новые, если они сломаются? Я уж да. новый сделаю. Я бы тоже новый сделала. Да, поэтому я каждый раз просто новый делаю. Но они прям больно делают. Они ломают, во-первых, щипчиками это все. И твои ногти, которые здесь выросли, они вместе с ними ломаются. Ой, и поэтому фу. Каждый раз у тебя ногти не отрастают, они просто как... Мне как в тот раз отломали ногти, мне сказали посидеть в воде. У меня тупо руки Катиного размера были. Они маленькие, тупо, без ногтей. Я просто себя ребенком ощущаю. Вот с ногтями большими я прям себя чувствую, прям босс такая. Я могу все делать, я могу разговаривать, прям мне безумно комфортно с ним. Да, у нас Лизок, когда что-то рассказывает, она все время машет вот так вот руками, всегда, да, всегда. У нее вся всегда. Жестикуляция. Да, для да меня что ж так долго, ногти да. это прям вот это единственное, вот это даже не обсуждается. Денег нет, деньги есть, всегда на ногти что-то будет, всегда, потому что я не могу, я всегда там любила красить сама, но это очень долго, муторно, потом я просыпаюсь, знаешь, когда сохнешь. Ты... Сохнешь. Ты просыпаешься, и у тебя прям отпечатывается от кровати, от подушки, да. Раз. Я там два слоя сохла 2 часа, просыпаюсь утром, и у меня тупо все, не знаешь, с этими. Ну, поэтому с утра красишься, ходишь вот так. Ну, это очень долго и муторно, и плюс моя длина, она постоянно ломает. То есть ногти слабые, и какой-то ноготь сломать, я хожу с неровно. Поэтому мне удобно, когда вот эти ногти такие прочные, тупо. Я там, помню, 100 раз заделала что-то, вообще не сломать, вообще. Они вообще не ломаются. А они прям очень сильный слой делают там. Да, да, господи, да сколько там еще ждать-то? Сколько я буду слушать всю эту дичь? Лизуня пошла? Second day, the second was done. I was done.
Yeah. So, now, the first day, did you actually go to the gym and exercise? No. Oh. No. It's just, also, I couldn't even move my arm. I couldn't even lift a glass of water. Oh, so it's bad. It was bad. Mine, I could still work, but I felt it all day. I was like, oh, yeah, it hurts. Okay. Yeah. So, but usually the muscle soreness is not as much the second time, but the other symptoms tend to be more. Okay? So you kind of flip and change over to the other side. So, you want to do left arm? Yeah. Should I do the same one as I did the last one? Yeah, that's what you normally do. Yep. 4, 3, 4, 7. 1, 7, 3, 4. 3, 26. Подержи, пожалуйста. Давай. Все, давай, валим отсюда. Что сидеть-то? Да понятно, ты за рулем. Давай, ты и валишь. Так, ну вот и все. Последнюю прививку сделали. В общем, получается, мы уже сделали все. А мы с Вовой, старшие дети, все уже по второй. В общем, все сделали. Лев не сделал. Лев. Нет. Вторую он сделал. Две уже. Он две сделал, все. Две у него там пораньше было. В общем, все. Нам сказали 15 минут побудьте здесь в этом маркете. В общем, никуда не отходите далеко. Вдруг вам станет плохо, мы вам тут же окажем помощь. Но мы же не можем. Лиза рассказывает, как ей было фигово после первой прививки. И как она не могла даже стакан воды поднять. Стакан воды ты там не могла поднять? Вообще, да. Все, я сейчас включаю свою музыку, я убавляю. Да. А хорошо, да. Видите, у нас кто за рулем, тот и... Папа любит там говорить, вот, я буду слушать свою, потом убавляю. Нет, я всегда детям говорила, кто за рулем, тот и музыку танцует. Папа, знаешь, что любит делать? Он говорит, ладно, ладно, слушай то, что хочешь. И он берет, ему делать нечего, он ненавидит слушать мои там подкасты, мою музыку. И он берет, убавляет звук и звонит, тупо говорит, а, да я просто звонила узнать, как дела. И начинает так громко говорить, и убавляет, и я слушаю его разговоры, и думаю, офигеть. И он тупо всю дорогу разговаривает там. Просто ни о чем, по сути. Он просто реально заигрывает. А, да я просто звоню, просто сейчас еду в дороге, думаю, наберу. Ага. Да, подкаст. Да. А у нас, помнишь, когда вы еще маленькие были, я вас везде возила на какие-то тренировки, на какие-то эти занятия, на теннис, школа. И постоянно они у меня все втроем на заднем сиденье сидели, на переднем сиденье. Либо никого не было, либо их рюкзаки, либо потом Катя, потом здесь уже Лаврик был. Вообще на переднем сиденье они всегда сидели сзади и кричали: «Мама, мама, вот это вот переключи, вот это вот прибавь, вот это убавь». И все втроем как начинают, вот друг за другом. Одному эту песню надо, другую ту песню надо. И в общем сидишь, вот как диджей переключаешь. Потом у меня уже терпение лопнуло. Я сказала, все, кто рулит, тот, короче, и диджей. Все, поехали, что стоим-то, что ждем? Что? Лиза говорит, мама, вдохновляйся. Я тут, друзья, вам рекламирую. Все, что дочь слушает. Что это, Брайсон кто? Брайсон Тиллер. Брайсон Тиллер какой-то. Сейчас у нее пока задняя камера включилась, там не видно. Эта звезда сначала выучила все маты, весь сленг, а потом только весь английский. Зато теперь матюкается, можно? А то мне сейчас привезли, да, сейчас Сейчас, друзья, еще вам прорекламирую, кого вы слушаете. Как ее звать? Хелани. Какая-то Хелани. Лиза сказала, что все знают, кроме тебя, мама. You got aspirations, you ain't fucking up the vision. I love that you love me, I'm consistent. Cause I'm making noise. I'm not afraid to say what I want. Сколько мы ей говорили слушать музыку тихо, либо вообще не слушать, первые годы бесполезны. Я мать, я вот не могу ездить без музыки. Мне надо, чтобы просто меня дрожало все от музыки. Коробка, чтобы было. She's a keeper and she got it on her own and keeps it running. Она такая же. Поговорить нереально, у нее всегда ухо. Вот. Еще что-то? Что-то. I can't.
Все, давай покидывай, я ничего не забыла. Пока. Hello.